Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня наша кухня выходит на русском языке, потому что у нас в гостях известный правозащитник, международный правозащитник, глава Крымской полевой миссии по правам человека Андрей Юров. В принципе, с Андреем можно говорить очень долго и абсолютно на разные темы, касающиеся прав человека, но сегодня мы хотим поговорить именно о ситуации с правами человека в Крыму. Поскольку Андрей сам непосредственно возглавляет миссию по правам человека в Крыму. И второй аспект, почему для нас это интересно, потому что в Беларуси недостаточно информации о состоянии с правами человека в Крыму именно после прошлогодних событий. Вот, Андрей, сразу переходя уже к вопросу, что изменилось с прошлого года, с момента инкорпорации Крыма в состав Российской Федерации в области прав человека? Ну, изменилось, конечно, многое, но тут еще нужно добавить, что нужно отличать период вот по последней буквально даты, и сейчас ситуация, связанная с блокадой, в том числе блокадой энергетической Крыма. То есть вот сейчас последние данные, они совершенно не проверены о том, что там очень обостряется различная напряженность, нет света, в том числе не во всех больницах и так далее. То есть это совсем отдельная вещь, о ней, наверное, сейчас даже трудно говорить, потому что очень мало достоверных данных. То есть очень много слухов, очень много какой-то пропаганды, очень много каких-то совершенно непонятных сообщений, которые практически невозможно проверить. Если говорить о ситуации за полтора года, там условно с марта по... допустим, октябрь, с марта, в смысле, 14 по октябрь 15 года, то я бы несколько тенденций отметил именно с точки зрения прав человека. Я сейчас не беру вот все эти вещи по поводу там курорта, экономики и так далее, потому что, к сожалению или к счастью, для огромного количества обывателей и в Крыму, и тех, кто едет в Крым из России, ничего не изменилось. Вот там море, там еще что-то. То есть, ну, в этом смысле, многие, кто побывал в Крыму, а я знаю, что очень много россиян, действительно, реально много побывало в Крыму в качестве отдыхающих, я с ними даже встречался, там мои какие-нибудь далекие знакомые, они говорят, да что там, все нормально, как было, так и было. То есть они, собственно, ничего не заметили. Понятно, что правозащитник, он, сволочь такая, всегда все видит глазами меньшинства или глазами каких-то людей, там, активистов, журналистов независимых и так далее. И для него мир немножко по-другому устроен. И в этом смысле, конечно, первые, я бы даже сказал, не месяцы, а недели, были связаны с самыми трагическими событиями, связанными с исчезновением достаточного количества людей. И по поводу некоторых исчезновений мы твердо можем сказать, что это были насильственные исчезновения, потому что люди были найдены убитыми, со следами пыток, и даже было видно, что их увозят некие люди, значит, в неких униформах без опознавательных знаков. То есть это именно политически мотивированное исчезновение, не криминальное какие-то? Это, по крайней мере, несколько точно политически мотивированных, потому что человек исчезал прямо с площади, где он стоял с плакатом. То есть тут говорить о том, что это случайная криминальная разборка, невозможно. В других случаях нет такой твердой уверенности, но тоже есть очень серьезные основания полагать, что это было связано с активной гражданской позиции того или иного человека. Это, конечно, самые тяжелые вещи. А кто эти люди, которые вот исчезали? Это в основном активисты, проукраинские активисты, в том числе крымские татары. То есть довольно много крымских татар исчезло, то есть там, более 10 человек и несколько еще украинских активистов. Но это были первые, то есть при этом целый ряд людей, который был похищен самообороной, они, к счастью, потом появились, то есть их отпустили, в том числе несколько моих личных знакомых. То есть они где-то удерживались? Допустим, Андрей Щекун, да, его просто отвезли в штаб самообороны, его там пытали, но, к счастью, более-менее целым, ну, в смысле, вот, нет тяжелейших повреждений, ну, то есть, по крайней мере, ничего не отрезано, да. Он все-таки через несколько дней оказался уже по ту сторону от административной границы, отделяющей Крым от материковой части Украины. То есть но это все еще событие марта. То есть это событие даже не инкорпорации, а это событие как раз с 27 февраля примерно по 20 марта. Потому что я там находился как раз 27 февраля, это с того самого дня, когда совершенно случайно, когда в день моего прилета в Крым, тогда еще не в рамках Крымской полевой миссии, а в рамках международной группы правозащитников по ситуации в Украине, вдруг обнаружилось, что те люди, которые меня встречали, говорят, ты знаешь, что сегодня произошло, а вот сегодня два здания захвачены неизвестными людьми, значит, зелеными человечками.
Но только мы потом узнали, кто они, а тут вообще неизвестно, без опознавательных знаков и так далее. То есть я в тот самый день, 27 февраля, как раз оказался в Симферополе, да. И, конечно, вот эти первые там, 20 дней были наиболее трагическими, когда совершенно массовые были какие-то избиения, исчезновения и так далее. Потом ситуация немножко с этим выровнялась. Зато началось другое. Значит, началось массовое вытеснение независимых журналистов и массовое закрытие независимых СМИ. То есть практически разгромлены все независимые крымско-татарские издания. Разгромлены все независимые украиноязычные издания, ну кроме интернета. Сейчас говорить о том, что там существуют какие-то действительно независимые СМИ, невозможно, при том, что на полуострове в марте 2014 года, я даже удивился, было очень много независимых СМИ. То есть для такого маленького региона я был совершенно поражен. Например, там был совершенно потрясающий центр журналистских расследований, который вообще не боялся трогать местные власти и депутатов Верховной Рады и так далее. То есть еще при украинских властях они занимали очень жесткую позицию. Я думаю, господи, да у нас бы за такое уже убили бы. А тут они такое расследовали против украинских же властей тогдашних. Коррупция, злоупотребление, нарушение прав человека, там, гибели в тюрьмах, там, в полиции и так далее. То есть они всем этим занимались. Это было очень здорово. Сейчас, конечно, ничего подобного там просто нет. Большая очень трагедия – это закрытие главного и вообще первого и единственного официального телеканала вообще всех крымских татар, который тогда был, АТР. То есть это чудовищная трагедия для всего крымско-татарского народа. Он вещал на трех языках. Самое удивительное, что он был еще источником независимой информации для русскоязычных тоже. То есть он примерно треть вещал на крымско-татарском, чуть больше трети, ну или там чуть больше трети на крымско-татарском, чуть больше трети на русском и немножко на украинском. То есть вообще люди его смотрели самые разные. То есть то, что он был фактически для крымских татар основным каналом, это да, но не только. То есть по моим подсчетам его аудитория, ну по разным там данным, от полумиллиона до миллиона человек, 2,5 миллиона жителей Крыма и всего 300 тысяч там, или 400 тысяч крымских татар. То есть это действительно был важнейший источник информации, в том числе, кстати, о крымско-татарской общине для других общин. А вообще, как изменилась, скажем, ситуация работы гражданского общества и вообще, в каком состоянии, там, собственно говоря, находится гражданское общество, общественные организации, в том числе организации национальных меньшинств? Вот крымско-татарскую... Очень разные. Ситуация очень разная. Значит, если мы говорим о именно гражданском секторе, то есть правозащитные организации, то практически все старые правозащитные организации были вынуждены покинуть Крым. То есть они практически не остались. Так же, как и независимые СМИ. Какие-то организации старые все-таки остались. В каком они сейчас виде работают, это другое дело. Ну, я имею в виду там экологические, там, культурные, социальные, какие-то еще, социальные, да. То есть сказать, что прям всех уничтожили, тоже было бы неправдой. Но, конечно, самые вот главные это правозащитные и гражданские, то есть те, кто прежде всего пытается контролировать власть, ну, на предмет нарушений прав человека или каких-то еще вещей. Вот с ними, конечно, все очень-очень плохо. То есть какие-то низовые возникают. Уже спонтанный, но самое страшное, что преемственность нарушена. То есть те люди, которые много лет работали и были профессионалами, они все Крым были вынуждены покинуть. То же самое с двумя основными общинами, я имею в виду так называемыми меньшинствами, хотя они, наверное, не любят, когда их так называют. Я имею в виду с украинской общиной и с крымско-татарской общиной. Ситуация очень тяжелая, с украинской общиной тоже, и прежде всего с православной церковью Киевского патриархата. Все время постоянные попытки у них отобрать последние культовые здания. Сама атмосфера очень нетерпимая по отношению к ним. Деукраинизация, наверное, происходит. Конечно. В сфере образования в том числе. И точно так же, если там авангардом являлась Украинская православная церковь Киевского патриархата, авангардом даже не какой-то борьбы, они ни с кем не боролись. Просто, я бы сказал, авангардом консолидации общины украиноязычной и людей с украинской идентичностью, то здесь таким центром у крымских татар был меджлис крымско-татарского народа, на которого, в общем, сразу начались гонения, аресты, то есть вначале запрет для Джемилева въезда, потом для Рифата Чубарова, потом арест Ахтема Чайгоза, заместителя председателя меджлиса, который до сих пор сейчас находится под следствием по чудовищным вот этим вот вещам, так называемого 26 февраля. То есть Крым стал типа российским с середины марта, но дела уголовные заведены аж от 26 февраля. Когда он, собственно говоря, был полностью украинской юрисдикции. Полностью. И это все признают, что он был полностью украинским. Но заведены уголовные дела по поводу
То есть людей, которые якобы там что-то совершали. А это уж совсем просто. Это не просто закон имеет, не имеет обратной силы, а здесь просто закон переписан в обратную сторону специально, значит, под ту ситуацию. И здесь, конечно, все очень печально. Понятно, что есть крымско-татарские группы, лояльные нынешней власти, безусловно, есть, ну, как всегда. То есть я бы сказал, что вообще крымско-татарское общество, как и украинское сообщество, разделено на три части. Угу. То есть одно жестко не приемлет нынешнюю власть, а часть очень небольшая, но готова, наоборот, полностью ее принять по тем или иным причинам. Кстати, не всегда прям исключительно меркантильным или каким-то мерзким, ну, есть разные причины, что делать. И значительная часть, которая, в общем, занимает выжидательную позицию. То есть чем нам это обернется? Все, что происходит, нам не очень нравится, ну, как-то вот пережили и тех, и большевиков пережили, и этих пережили. Да, и депортацию пережили. Поэтому тут, конечно, говорить о том, что прям весь крымско-татарский народ, он просто объединен в едином порыве, например, против или за, говорить трудно. Но все-таки я, например, во время эфира последнего АТР, я сравнил АТР с языком народа. То есть фактически, закрыв крымско-татарский канал, главный, у народа вырвали язык. Демонстративно и публично. Демонстративно преследуя Меджлис, это преследование как бы, ну, символа. То есть, в принципе, речь идет о том, что крымско-татарская община все равно себя чувствует очень плохо. И не только на бытовом уровне сейчас идет потихонечку выдавливание классов с крымско-татарским обучением или еще какие-то проявления ксенофобии на улицах, а в том, что на символическом уровне запрет на траурные события уже 2 года подряд 18 мая, да, памятный страшный день депортации крымско-татарского народа, и вначале это было 70 лет в этом году, 71, неважно, оба раза крымские татары не могли никак это сделать, кроме как где-то там на далеких окраинах, возле мечети. То есть это не было никаким знаковым событием, когда они привыкли свободно выходить на площадь и мирно проводить свое траурное мероприятие. То есть это, конечно, вот очень важно на символическом уровне. То есть я думаю, что очень мало крымских татар сказали бы, что вот это все для нас не важно, АТР, Меджлис и запрет на проведение, фактически запрет на свободу собраний. Это полная ерунда. Даже на символическом уровне мы не чувствуем, значит, никакой угрозы, нам комфортно. Я думаю, что вот по моим, понятно, что это не статистика, но я думаю, что, дай бог, 5-7% крымских татар могли бы так сказать по каким-то причинам. Остальные сказали бы, нам это неприятно. Может быть, мы потерпим, но нам это очень неприятно. А это, конечно, уже является очень, ну, как бы серьезным делом, особенно если мы говорим о защите этнических меньшинств, если мы говорим о защите языковых меньшинств, и если мы говорим, конечно, о защите коренного народа, что очень важно в отношении крымских татар, да еще и репрессированного народа, это уже четвертая характеристика, очень важная, народа, который пережил чудовищную трагедию, фактически геноцид, когда чуть не треть населения просто при самом переселении погибло. Это же чудовищное было вообще, чудовищное преступление, которое должно вообще-то быть, ну, юридически осуждено когда-нибудь, я надеюсь, как одно из преступлений преступного сталинского режима. Вот. И в каком-то смысле они так и чувствуют по-прежнему, что и страх, и нелюбовь, и многие другие вещи. И вместо того, чтобы выстроить конструктивные отношения с крымско-татарской общиной, с моей точки зрения, прежде всего, региональные власти пошли по совершенно дурному пути. Но это уже не мое дело, я не политолог, я не хочу вдаваться во все эти подробности. Но поскольку, да, мы не политологи и говорим о правах человека, вот, исключительно. Естественно, события в Крыму являются таким вызовом для правозащитного сообщества, я бы сказал, на всем пространстве бывшего Советского Союза, безусловно. Но получается такая своеобразная ситуация. Если мы сравниваем, скажем, Приднестровье, какие-то другие вещи, так называемые серые зоны, которые вне международных каких-то, получается, механизмов, поскольку они никем не признаются, Крым формально все-таки сейчас как бы под юрисдикцией Российской Федерации. И вот какие действия правозащитники сейчас делают в плане защиты прав? То есть они обращаются, используют российскую юридическую систему? Или как? Что делают правозащитные организации или правозащитники в данном случае? Это очень тонкий и сложный момент, прежде всего с точки зрения международного права, потому что до сих пор, с точки зрения почти всех государств и межправительственных структур, Крым не является территорией России пока. То есть де-факто как бы он такой, наверное, является, но с точки зрения международного права де-юре пока нет.
подчеркиваю, для других государств, да, не для России. И в этом все равно есть колоссальная проблема с механизмами защиты. То есть понятно, что правозащитники стараются использовать и национальное законодательство, и одновременно, кстати, требуют от украинских властей заведения уголовных дел, особенно если это совместные группы, как Крымская полевая бисель, есть международная группа юристов по правам человека в Крыму, есть еще несколько групп, которые там совместно работают, то есть это обычно украинцы, россияне, белорусы, там еще кто-то, то есть, как правило, это группа, состоящая из нескольких элементов, ну, в основном это граждане все-таки СНГ, просто чтобы не было проблем с визами, вот там нет практически так называемых западных правозащитников, тем более при такой антизападной истерии оно может быть и хорошо, да, потому что это слишком было бы вызывающе для, в том числе, крымского общества. Так вот, понятно, что приходится разные механизмы использовать, но мы даже не понимаем, например, сейчас при подаче жалоб в Европейский суд надо подавать жалобу только на Россию, или против России и Украины, и так далее. А этого пока никто не знает. Ни одна жалоба пока не была признана приемлемой. Как только много жалоб, как только первая же будет признана приемлемой, мы узнаем. То есть многие механизмы неизвестны. Понятно, что для защиты просто людей, ну, приходится использовать те механизмы, которые есть. Что, конечно, вызывает различную реакцию, в том числе и в украинском обществе, потому что, например, многие украинские, ну, не правозащитники, а активисты говорят, что вообще все суды и все правоохранительные органы там незаконны, поэтому туда и жаловаться не надо. Но с другой стороны, когда человека убивают или там с ним происходят пытки, ну а что делать-то, да? Мы же не можем. То есть мы исходим из очень простой позиции, что с точки зрения даже заявления и Украины, и международных структур, ответственность за права человека в Крыму несет Российская Федерация. Точка. Чей Крым, мы как правозащитники не разбираемся. Раз несет ответственность Российская Федерация, и все это признали, значит, мы обращаемся в соответствующие органы Российской Федерации. Кем бы мы сами не были по паспорту. Это не важно. Вот есть Российская Федерация, она отвечает. Она же не отрицает, что она отвечает. И весь мир не отрицает, что она отвечает. Значит, мы к ней обращаемся. То есть во все структуры, включая и судебные, и внесудебные, и там омбудсмана России и так далее. Вот. И такие обращения абсолютно не означают, что мы признаем тот или иной статус политический Крыма. Мы вообще отказались от этого. Да, полностью. И Крымская полевая миссия, вот этого наша, у нас же есть большая коалиция, которая называется инициативная группа по правам человека в Крыму, куда входят не только украинские, российские, но и сейчас уже там белорусские, и кыргызстанские, ряд других организаций. И эта коалиция как раз отказывается от того, она называется правом человека в Крыму, без всяких указаний, привязок к тому или иному флагу, к тому или иному государству. Мы говорим, там есть люди, есть территория, у людей должны быть права человека. Значит, тот, кто актуально отвечает за то, что там права человека должны быть и нарушаются, значит, этот кто-то пускай и отвечает. Вот пускай обеспечит нам все это. Вот. Понятно, что это очень сложно с политической точки зрения позиции. В этом смысле, наверное, хорошо, что мы правозащитники, а не политики, иначе бы мы совсем попались бы в какую-то ловушку и не могли бы вообще ничего делать. Вот. Поэтому, конечно, все сложно. И вдвойне все сложно, потому что, учитывая, что территория не признана, там нет ни одной международной структуры. Вообще ни одной. Ни ОБСЕ. Никакой. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни Совета Европы, ничего. Там нет даже международных НПО. Ну, Крымская полевая миссия все-таки не НПО, это просто инициатива нескольких людей. Да? Она хоть международная, но это все-таки скорее инициативная группа, чем организация. Она никакая не организация. То есть там нет даже, там, не знаю, постоянного представительства Human Rights Watch или постоянного представительства Репортеры без границ. А по каким причинам их нет? Потому что они очень разные. Не хотят втягиваться в полемику о том, чей Крым, или потому что в том числе местные власти просто препятствуют их. А дело в том, что нет. Тут ситуация очень сложная политическая, мне бы не хотелось просто на этом терять время. А российские власти говорят, окей, открывайте свое представительство, но вы должны обращаться, естественно, в МИД России и заезжать через Москву. Понятно. А на что они говорят, мы не можем, у нас на наших картах все по-другому, мы можем только через МИД Украины действовать. Говорят, ну да, до свидания. То есть понятно, что страдают при этом все равно люди. И с моей точки зрения этот вопрос все равно нужно решать, потому что права человека, в отличие от других вопросов, надполитические и надсуверенные. То есть единственное, что в 1945 году, да, 70 лет назад, договорилось человечество о том, что является надсуверенным, и никакой суверенитет на это не влияет, это права человека, их массовые нарушения и геноцид. Поэтому извините, договоритесь между собой, потому что права человека надсуверенны. Нам, честно говоря, вот не то чтобы начхать, но давайте вот отставим этот вопрос.
Я говорю только со стороны правозащитников. Я не обращаюсь к политическим активистам. Пускай политические активисты продолжают там свои действия, это их дело. Вот давайте забудем сейчас, давайте обеспечим максимальную защиту там людей. И прежде всего уязвимых групп. Это этнические меньшинства, и языковые меньшинства, и религиозные, кстати, меньшинства, и вообще люди, находящиеся в очень сложной ситуации, например, с точки зрения паспорта, гражданства и так далее. Там очень много уязвимых групп. И давайте подумаем о них. Вот, но для этого нужно, чтобы там присутствовала постоянно различные международные структуры. Хотя бы международные НПО. Хотя бы. Вот просто заявили об открытии своих постоянных представительств. Подчеркиваю, с политической точки зрения это сделать сложно, но с моей точки зрения это сделать возможно. И вот недавно, как раз 24 числа, я лично обратился, как глава Крымской полевой миссии, к 5 структурам, то есть Верховному комиссару ООН, к 3 структурам ОБСЕ, то есть комиссару по нацменьшинствам, представителю по свободе СМИ и БДИПЧУ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, и к комиссару по правам человека Совета Европы, вот к этим 5 как раз независимым правозащитным структурам, о том, чтобы они между собой как-то начали диалог и попробовали совместно открыть там какой-то постоянно действующий офис. Потому что очень много слухов, часто мы их не можем проверить, международная общественность не понимает, что там происходит. И людям самим там просто, если что, некому, просто некому обратиться. Ну, если они не принадлежат как бы к условному большинству, да, то есть они чувствуют себя чудовищно незащищенным. И любой международный офис, а желательно не один, мог бы сыграть там позитивную роль. Ну что ж, на этом, я думаю, мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Большое спасибо, Андрей, что согласились у нас принять участие в нашей передаче. Я думаю, что это было очень важным и интересным для общего понимания того, что происходит сегодня в Крыму. Большое спасибо и до новых встреч. Спасибо.